Мероприятие было организовано отделом культуры и администрацией Кумертау. Для чествования юбиляра в семейной жизни пришли их родные и почетные гости из городской мэрии. Поздравил всех присутствующих председатель совета Олег Астахов. Семья, я считаю, это истинная ценность нашей жизни, истинная ценность нашего мира. И не просто, как там раньше принято было, ячейка общества, это очень серьезная составляющая, может быть, даже и вселенная, так считаю. На всем и держится наша жизнь. От этого зависит и благополучие людей, и общество в целом. Созвучное слово сказали же, крепость, семья – это крепость, это на самом деле это опора. От всей души еще раз поздравляю, здоровья, крепости духа. Вы прекрасный пример, и пусть вот это ваш пример передастся по вашим, по нашим всем поколениям. В жизни нет ничего дороже родного дома, родины, семьи. Из этих главных составляющих человек берет самое лучшее – любовь, надежду, веру. Они дают силы жить, двигаться вперед и побеждать. Во все времена музыка была неотъемлемо связана с чувствами и эмоциями, вдохновляла и вызывала приятные воспоминания. Для гостей мероприятия выступил скрипач Олег Клименко. Сохранить крепость семейных устоев и взаимные чувства – нелегкий совместный труд. Для награждения медалями за любовь и верность были приглашены семьи, прожившие в браке 45 и более лет, серебряные и золотые юбиляры. Аплодисменты, дорогие друзья! Золотые юбиляры! Семья – это самый глубокий смысл всей жизни нашей. Семья – это все для человека, я так думаю. Поэтому укрепление семейных ценностей – это самое основное. После церемонии награждения пары традиционно исполнили вальс. Сотрудниками ЗАГСа семейные пары юбиляров были приглашены для общей фотографии. Лидия и Евгений Шумаевы сумели пронести свои чувства и взаимное уважение через всю жизнь. Они поделились с нами воспоминаниями о начале своих семейных отношений, дне свадьбы. Много родни собралось. Да, очень была большая родня у нас. Было очень красиво, весело. Все по-доброму было. И, конечно же, только такая пара, золотые юбиляры, прожившие вместе целых полвека, могли ответить на вопрос, в чем основной секрет сохранения семейных отношений, верности. Просто жить, любить друг друга, это все идет. Уступать в тяжелые моменты. Перерыв сделали, все пошло. Да. Гибкость должна в семье. Да. И все.